Так вот, Pika Young Way, Monster Drug. Третий релиз музыканта в этом году стал совместной работой с участником объединения Melon Music. Трек имеет трэп, звучание и басы, что будет идеально для прослушивания в машине. Нормально, клубничка затащила, 58%, но всем малинкам тоже респект. Давайте послушаем басы. Монстр здрав предупреждает. Ice cold change. Денька соткан, модифик ферст. Синергия, расцветаю моя. Родственные узы, денька звезд. Музыка монстро, это мой драк. Монстро, 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 монстро. Это мой монстро, монстро. Одну секунду, я не увидел, что трек идеальный для прослушивания в машине. Прошу прощения, сейчас, одну секунду. О, другое дело. Все. Теперь другое дело. Сейчас. Так, коробочка... О, ну все, друзья. Скилл тогда сноуборд парафин. Даже витильную лозу разливаю по графину. Нелёг в районе крепкий орех. Либо жёлто-синее, один за всех. Эй, богу, юг, восток, грязно как трэп. Фейм на фейк, любовь и лесть. Неправильный ёшка, бью антистресс. Нет, не я, это белый Дон Тесс. Не без вспомогательных веществ, вспомогательных. И вся наша паства бухает, как вин. Но не уподобляюсь гиену, шакалу. Ну а в остальном, в общем, мы как и вы. Вот это дыхание пламени, четвёртая года. За район и обратно. Как сателлит города поедаю. Монстр драк, монстр драк. Денька соткан, модифик ферст. Синергия, расцветаю моя. Родственные узы, денька звезд. Музыка монстро, это мой драк. Монстр, 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 монстр. Это мой монстр, монстр. Закончится как наличка и снять ее ни из какого, да. Раньше не хотел так делать обычно, но всегда свалить из города. Освободить голову от этих мыслей. Я не увидел вас, люди. Они все мыши как Дисней. Малышка просит меня быть с ней. Но я могу быть злее. На мне столько холода, будто метель. Водичка дрип, хватит до конца дней. Надеюсь, всем хватит. Одна подруга, вторая подруга. Надеюсь, всем хватит. Монстр внутри меня, и он ща ищет себя под кроватью. Синергия, расцветаю моя. Родственные узы, денька звезд. Музыка монстро, это мой драк. Монстр, монстр, монстр. Это мой монстр, монстр. Друзья мои, но это не брела, а легкая поездочка. Но мне, кстати, я вот послушал в тачке. Могу вам сказать, что трек для прослушивания в тачке очень даже. Ну, то есть спокойненький, не знаю. У меня тоже, я не могу сказать, что супер разъебчик, но мне показалось приятно. Это 6-7 из 10, приятный трючок, респект. Типа для прослушивания в тачке самое оно. Главное, не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны. А вот потеряться
после небольшого творческого затишья музыкант возвращается с новым релизом, сочетающим в себе поп-рэп-звучание. Начиная с мелодичного напева, артист переходит на читку, которая напоминает об истоках его карьеры. В треке он рассказывает о сложностях отношений и абьюзерстве. Бэм! Let's go! Let's go! Чё, вы готовы, готовы, готовы? Джонни Бой. 40 лайков, 50 репостов, 6-8 просмотров. 5 комментариев, открыли крышку гроба. Еще бы чуть-чуть, через минуту ты бы ее закрыл. Привет, я абьюзер. На удивление, хорошо, let's go. Нужно потеряться, чтобы никому не достаться. Че это за хуйня? Эй, нам с тобой нужно потеряться. Хуя, Джонни Бой, 8 лет. Чтобы никому не достаться. Нам с тобой нужно потеряться, чтобы никому не достаться. Это наша больная любовь, больная любовь. Нужно потеряться, чтобы никому не достаться. Это наша больная любовь. Я думал, что будет хайпер-поп. Привет, я абьюзер. Очень приятно, привет. Осуждаю. Я тоже, что делать-то будем? Даже не знаю, может так и продолжим, а может не будем. Жить всегда ведь так невозможно, если ты любишь. Я готов стараться, надеюсь, ты тоже, это романтично. Тебя в губы поцеловать, и это романтично. Тебя тупо к себе прижать, и нам себя не жаль. Ведь мы обожаем психологически друг друга насиловать. Нам с тобой нужно потеряться, чтобы никому... Это нормально петь вообще, нет? Типа, осуждаю, блять, не одобряю, в смысле, даже без твича, что за хуйня вообще? Не достаться, это наша больная любовь, нужно потеряться, чтобы никому не достаться, это наша больная любовь. Теряться. Меж карт разложенного пасьянса. Неясно, мы против или за постоянство. Подсказки запрятаны где-то в метапространстве. Поклясться, быть верными вечно или на мясо. Эй, хоть невыносимо тебя терпеть. Сегодня хочу забрать я насильно тебя себе. А после бросить забыть и как в фильме тебя стереть. А после вечность искать и просить тебя у небес. И ты не лучше, на мне после схватки следы удушья. Ты мне говоришь, я к ним постель, а ты смотри и слушай. Когда похер друг друга начнем, ща валить из пушек. Тем, кто молится за нас, говорит. Говорим, мы молитесь лучше, но мы снова тратим доллар за долларом в этом городе, проверяя тут, как долго нас выдержат эти поручни. Готова ли ты снова шагнуть за мной в этот омут, обещая, что свобода? Сама лама дума лама, you are some nama human, what I got to do to get it for you, superhuman, innovative, and I made a fiber, это чё, Eminem Flow? Нормально, а почему? Сука, выстрел в голову! Нам с тобой нужно потеряться, чтобы никому не достаться, это наша больная любовь. Больная любовь, нужно потеряться, чтобы никому не достаться. Это наша больная любовь, больная любовь. А хуй знает, во-первых, я рад, что Эминем фитанул Джонни Боем и не подписался. Типа, ну круто, что вообще отписал куплет. Но решил не палиться, потому что сейчас сложное время, российские артисты, вы сами все понимаете. Хуй знает, типичный Джонни Бой, что по обложке, что по песне. Вот, блядь, человек делает 10 лет одно и то же, но вот реально безумие это делать одно и то же в ожидании разного результата. Вот человек делает одно и то же, ну не считая вот этого бэйби войса в начале. Вот даже если бы весь припев был сделан вот этим детским голосом, возможно, это было бы поразнообразнее. А так, ну это, блядь, обычный Джонни Бой, это не комплимент. Честно говоря, поэтому хуй знает. Я не прикалывался, скажем так. Как, видимо, и никто. Чё там, Джараксус и у Артура Фёстфила, вот что. Наш любимый человек. С недавнего времени. Сейчас зачекаем. Фёстфил, Джарахов и Скантер. Алиса, премьера. Чё, вы готовы? Друзья мои, Джараксус сейчас чисто будет лил рэп, я бы сказал. Ладно, ну сколько можно уже шутить про рост Джарахова, Федя? Стыдно вообще, ты что? Мне не весело, мы опять лезем, но хочется повеситься. Бля, классический панч Джарахова сразу же. Вот эта игра слов такая прикольная.
уебал же пьяный и качусь по лестнице. Так заебал обязать о любви все песни, но они все мысли честны. Ну вот и все, перевернул страницы листы, вот и все. Любовь осталась в переписке, вот и все. Перевернул страницы листы, сердце мое. Теперь только в твоем, Алис. И снова проезжают твой родной район. Осуждаем. Прости, малышка, но нам нельзя быть вдвоем. Нельзя. Не переживай, все переживем. Да. Все это было неверно. Я тебе не верил и сам не был верным. Ведь я обжигаюсь о лед. Я чувствую боль и не чувствую меры. Ну вот это же реально Егор Крид флоу. Вам не кажется, что это Егор Крид флоу Джараксуса? На моей хате бордель. Столько вечер там мешаю в коктейли. Я убиваю здоровье. Мне уже похуй, какой день недели. Вот и все, перевернул страницы листы, вот и все. Любовь осталась в переписке, вот и все. Перевернул страницы листы, сердце мое. Теперь только в твоем, Алис. Вот и все, перевернул страницы листы, вот и все. Любовь осталась в переписке, вот и все. Перевернул страницы листы, сердце мое. Теперь только в твоем, Алис. Вот и все. Не знаю, но по биточку это вот чисто перевернул страницы лист. Да. Ну, блядь, ну это вот чисто, короче, обычный такой этот, даже не панк-трэп, это поп-панк-трэп, вот этот а-ля MGK. Хотя MGK сейчас тоже под инструменталку валит, ну вы поняли, там, может быть, Кит Ларой, да, какой-нибудь по инструменталу, все окей, гитара Сереги, все можно за 3000, респектую, как всегда. Джараксус, ну это обычный Джарахов, у него... Очень много треков таких вот с этим Егор Крид флоу, когда делаешь голос немного низкий и перечисляешь, какие в твоей постели киски, как жестко, когда ты убиваешься травкой и виски, братан, а потом сверху наливаешь рислинг, братан. Вот, ну, этого много, типа, этого реально много, я не могу сказать, что тут есть какая-то претензия на оригинальность, но и сказать, что это плохо, я тоже не могу, честно говоря, потому что, во-первых, Артур Фёрстфилд мой друг, да, вот, да нормальный трек, и судя по тому, что там много мест в чартах, надеюсь, что как бы кому-то он зайдет, хотя тоже абсолютно не моя музыка, на мой взгляд, музыкально, ну, это настоящие гитары, это настоящие гитары. Ей нравится, что он очень короткий, хотя бы второй куплет Джарахова. Второй куплет Джарахова, ну так реально, вот двухминутный трючок, ну типа, если он где-то вируснется, будет супер, но в целом, я надеюсь, тут нету Ben Words каких-то, я хотел прочитать вот это, но logo pongo en mi lista de musicas porque no entiendo lo que dice, pero en serio que buena música, все, что могу сказать, все, что могу сказать. Ну, прям реальная шляпа. Артур, buena музыка. Это написал Кристиан Чикла Хуаман. Респект ему. Респект ему. Гитара Сережи. Мне не понравилось, что короткая песня, что один маленький куплет Джарахова, хочется второй куплет Джарахова. И достаточно типичный куплет для Джарахова, но я говорю, я надеюсь, что это вируснется и принесет тебе ловышку, и все будет хорошо. Но в целом, я говорю, достаточно типичный куплет Джарахова. Песня приятная, хотя и абсолютно, типа, без каких-то откровений. И Скантер нормально спел, нормальненько. Платина и Оджи Минай на саламе. Платина, а.к.а. основатель гэнга Бедолаг, залетел на дебютный альбом малоизвестного исполнителя с гостевым партом. Ну... Да, респект. Ну? Ложится команда, диджей Ран, Платина Санта, пикап, эсминай на салами, бич мечтай, но хочешь быть с нами. Много дыма, жирные бланты, литры в зон, я щирю как зомби. Hello, брат, салам, бред, наступок, им колен. Бигбой, делай пул-ап, керс, сити, шмокин, сэш, сэш. Большой локот на спине, это Кавказ коннекшн. Мутим эти мувы, весь мой сквад акулы. Орлы и гориллы, пусть бой прячь мобил. Кайфую, как в клаве, ха, гэнг-гэнг на салам.
второй этаж. Высоко как птица, крыса не летает. Кавказ коннекшн, R&B, это private party. Весь гей на салоне, бели дрин с колен. Телефон за дверь, это private party. Приди маме, на салоне. Кера сити, с private party. Кинь джоб за папу. Она хочет быть с бати. Здесь так очень опасно. На квартал гранаты. Мы кидаем бабос в воздух. Мы кидаем бабос в воздух. Эй, за меня кинет джоб. Кинет джоб за батю. На все бриллианты танцуют будто шмары. Чувствуешь? Запахи пороха. Улица. Она подала соблазн. Что? Я сосал у меня. Шил. С нами не надо играться. Очень опасные парни. Узкий джинс квартал. Не хожу в широких штанах, мне нечего прятать. Нечего прятать, нет. Три сотни, сука. Весь гей на саламе. Саламе. Бели дым с колен. Окей. Телефон за дверь. Дэнь, дэнь. Это файв пар. Приди маме. Маме. На саламе. На саламе. Керас сити. Керас. Правит пар. Но, что сказать, трючочек короткий, классический, вот этот baby voice платины. Такой достаточно близкий к Playboy Carti. Платинный приятный куплет вполне. Но я люблю Робчика, врать не буду. У Gemini мне как-то поменьше понравился. Опять же, ну, типа, не хочется так сказать. Как сказать, переживаю за взаимодействие с кавказской диаспорой. Но, говорю честно, мне понравился меньше. Наверное, не хватило. Поскольку трек с Робчиком в любом случае будут слушать, мне кажется, не хватило более прилипчивого припева. Наверное, какого-то, который мог бы сделать из тречка потенциальный хит-точек. Например, для ТикТока. Хотя, конечно, сейчас с этим и посложнее. Реально, вот прилипчивого припевчика не хватило. В целом, не могу сказать, что плохой трек, но и для меня лично без восторгов. Хотя панч про то, что не ношу широкие штаны, мне нечего прятать. В принципе, уважаемый Робчика, послушать приятно и за это как минимум. Уже большое спасибо. Так что надеюсь, что у всех все будет окей. Но в целом приятно, что это такой вайб, не хайпер-поп вайб, а больше вот действительно 2019 года. Так, двигаемся дальше, друзья мои. Двигаемся дальше, мы уже вплотную подходим. Давайте сначала все-таки Василия Михайловича послушаем, а потом начинается Дорыч. Артур, ты сходил за стиками? Ты готов к созвону? К жесткому созвону? Василий Михайлович из года в год продолжает доказывать свою первобытность. Блять, это вели, этот копирайтер чемпион реально. Это сверхчеловек. Это сверхчеловек, блять. Я хуй знаю, что добавить. Сука. Василий Михайлович из года в год продолжает доказывать свою первобытность, при этом идя наперекор трендам, ведь его музыка — это про душу и надолго. Друзья мои, кто доказал первобытность, плюс в чат. Да если докажите свою первобытность, присылайте донаты. Давайте, делаем донатики, толкаем полоску, друзья мои. Делаем красиво. Накидываем стримеру на вечернее пиво, так сказать. А у «Шпана» — это трек об уличных парнях, занимающихся делами, которые не всегда одобряются законами РФ. Первобытные вперед. Вот есть Б бедолаги, есть П первобытные, чуваки. Мы первобытные, абориген движ. А у «Шпана» на сале доли, то ли в теме, то ли в доле. На правый ролекс под жопой ролсит. Мне что-то напоминает этот звучок. Я не думаю, что это сэмпл, но вот этот, что это, синток такой. На что похоже? На что похоже? Ну, типа, вспомните, есть же ощущение, что где-то это было, но не могу вспомнить где. 8-2-1-6-1-1-5-8. Ау, шпана, на сале доли. Доли в теме, доли в доле. На правый ролекс, под жопой ролсик. Приподнял, обнял, подбросил. Шел одно, нахуй это суета, им нужно все. Но они много хотят, я вижу все. И те, кто за ними стоят, я тут один. Но я один, это стоя, так много дел. Трещит по швам мой день, так много дел. Но на всех не хватит этих денег. Я хотел уйти от дел в день, но тут огонь. И я должен быть здесь. А уж по на сале доли. То ли в теме, то ли в
доли. На правый Rolex, под жопой Rolls-Royce. 2-2-8-2-8-2-1-6-1-1-5-8. А уж пуна, на сале доли. То ли в теме, то ли в доле. На правый Rolex, под жопой Rolls-Royce. Приподнял, обнял, подбросил. А уж пуна. Наружка полна. Мы стучимся в небеса, чтобы бездельник босяк принес маме денег рюкзак и поднялся снизу. https://vk.com/ul2135432837_3shocksleeve3kashitpostmachine. Кажется, это имеет все шансы стать хитом. Турбо щитпостмашин, газонокосилочка, респект за донатик. Заслушаем обязательно. Базиба. Как раз перед Дорочем. Оттуда притащил сюда лютый разъел. Шпана, от судьбы не спасет брони жилет. От судьи не уйдешь, так что бро, денег не жалей. Не жалели кос, каждым днем жить тяжелей. Но мы поднимем эту планку, мы тут на ПМЖ. Шпана, на сале доли. То ли в теме, то ли в доле. На правый Rolex, под жопой Rolls-Royce. 2-2-8-2-8-2-1-6-1-1-5-8. А уж пуна, на сале доли. То ли в теме, то ли в доле. На правый Rolex, под жопой Rolls-Royce. Приподнял, обнял, подбросил. А уж пуна, а уж пуна, а уж пуна, а уж пуна, на ручке полна. А уж пуна, не знаю, не могу сказать, что это типа это неплохо, потому что Баста, естественно, умеет делать как бы качественный продакшн, музыкальный и так далее. Но вот мне кажется, что вот эта смена конъюнктуры творчества Василия Михайловича на тему того, что он теперь такой дистанцируется немножечко и такой больше к улице, потому что вот якобы мне кажется, что дело в том, что вот для страны нас достали тяжелые времена, и это его такая рефлексия на эту тему, проявленная в воплощенная в творчестве, да, что сейчас есть такой некий как бы запрос на более мрачную музыку. Это звучит прикольно, но проблема в том, что это очень-очень сильно отдается стильком того же Брутта из «Каспийского груза». Я вот гоняю оба Годдема постоянно в плеере, и реально вот, ну, типа, вот припев этот прям мог бы петь Брутта спокойно, и реально вот я представляю Брутта в этом жанре, например, и у него это получается гораздо органичнее. Все-таки ощущение в том, что Василий Михайлович уже немножечко как бы не в том возрасте, заметьте, как я обходительно, да, говорю, это конъюнктурщик, уже не в том, мне кажется, как бы возрасте, не в том социальном положении, чтобы с ним это прям резонировало, несмотря на то, что припев вполне приятный и, мне кажется, потенциально мемный, но вот реально в исполнении того же «Каспийского груза» я вижу это гораздо ярче, и это было бы гораздо, мне кажется, контекстуально интереснее, чем вот в контексте Басты. Хотя припев приятный, но несмотря на то, что говорю, у меня есть симпатии к такому вот пацанско-бандитскому рэпу, что мы обсуждали с Мишей Сейном достаточно много, но я вот прям не почувствовал, так сказать. Поэтому мне это нет. Хотя кому-то, возможно, да. Но главное, что доказал свою первобытность, безусловно, друзья мои. К вопросу о доказательстве первобытности произошло вообще безусловно. Бля, хочу это в инстаграм.